Час ночи, что ты от меня просишь? Можно я не буду этого делать? Нельзя. Почему? По кимчину. Так, вот это, наверное, выкидываем. Это мой спиннинг. Верни тёще транспорт. Это выкидываем. Нет, ты починишь. Пиноккио хочешь из нее сделать? Это тоже выкидываем. Нет, это не выкидывай. Это коробочку оставь, я туда складывать буду. Она идеально помещается под нашу кровать. Она идеально помещается в мусорку. Она туда и отправится. Что это такое у нас на балконе? Шляпка. Зачем тебе столько головных уборов? Это не мое. Добрый вечер. Мамина салатница? Ты же понимаешь, что она звездец. Давай подложим под дверь. Она не догадается, кто это сделал. Слушай, а у тебя где-то грядки есть? Нет. На балкончике было бы, кстати, прикольно грядки разделить. Ага. Лопатку поменьше найди себе. Это что такое? Палатка. Тоже палатка. Тоже палатка. Ты чё, чей-то кемпинг ограбила? О, картошка. Мы типичный русский балкон. Может, не будем мыть окна? Нет, ну надо. Зачем нам электросамокат? Ты его починишь, я буду кататься. Я его не починю, ты не будешь кататься. Слушай, а у тебя реально какой-то фетиш по шапочкам, да? Максим, это не мое. А это что такое, Максим? Это канистры. А это бэйби-канистры. Ты что, бензин не в машине возишь? А в машине ты сидишь или едешь? Сижу. Или едешь? О, это принтер, который ты искал? Да. Нет. Что, сука? На, возьми. Забери его, пожалуйста, у меня. Может, спать можно идти? Ну, теперь все эти вещи надо аккуратно разложить на балкон. Давай, подавай пакеты. Что-то ты не особо как-то порядок навел. Так, над своим поведением подумай.